До весны еще месяц почти, а ты уже мало делаешь. Сиди! Вен, рядом. Сиди! Чем жестче, ой, чем сильнее раздражитель вот для этой собаки, вот это очень сильный раздражитель, сука, молодая, красивая, естественно, он жигит, не может на месте сидеть. Поэтому более жесткое наказание, чтобы уравновесить. Сидеть. Верному тоже с ней охота, может быть, помиловаться, но он не делает это, потому что он знает, что будет наказан за это. А этот молодой еще, Арчер, Бигль. Ну и ваш это, смотрите. Да. Значит, подведем такое резюме. Что мы выяснили после этого занятия? Значит, собака не слышит дрессировщика лишь только по одной причине. Что дрессировщик ее не наказывает за неправильные поступки. Он ее жалеет. Собака этим пользуется, она становится разбалованная, наглая, хамовитая, дерзкая. Вот. И поэтому нужно эту собаку укращать. Не каждый владелец в силу своей неопытности на это способен. У него просто не хватает знаний, как это делать. У меня в этом плане талант укрощение собак. Вот. Сидеть. Нет. Почему? Потому что я знаю, что это жалость. Фу. Ложная, которая приводит к гибели собаки. Если мы сейчас ее не накажем, она либо подберет что-то нехорошее с земли и может погибнуть, либо по нашей команде рядом пойдет прямо через дорогу, попадет под автомобиль, либо, увидев какую-то бойцовую собаку, побежит к ней, и мы ее командой фу не остановим, она прыгнет ей в пасть и тоже погибнет. Поэтому, зная все это, я жесткими своими действиями собаку спасаю. Фу! Видите? От смерти. Мое фу для собаки авторитетно, потому что здесь у меня не жалость к собаке, а истинная жалость к собаке направлена на спасение ее жизни. Потому что кто как ни человек, ни хозяин может научить ее жить в социуме, чтобы не погибнуть. Все бродячие собаки подвержены каждый день опасности. Либо они попадут под колеса автомобиля, либо ее отравят, либо застрелят, либо порвут другие собаки. Вот. А хозяйская собака, она должна быть по закону выгуливаться на поводке или в наморднике, либо в определенных для этого местах. Коих у нас в Барнауле, к сожалению, очень-очень мало. Для своих собак я площадку огородил, построил. В Белейном парке. Там веду занятия групповые. Сегодня в 7 часов будет занятие. Сидеть. Прежде чем попасть на групповые занятия, нужно получить несколько индивидуальных уроков, чтобы там в группе вам было уже немножко покомфортнее, полегче. На фоне других собак уж не выглядеть уж совсем уж. Ну да. Вот. И когда на занятие на первое придете, ваша собака уже будет показывать такой результат, вы просто будете стоять и радоваться за свою собаку и за то, что вы не зря платите деньги за дрессировку. Результат на первом занятии. Гуляй. Не верите, да? Не верите. Вот. Значит, сейчас берите камеру. Вот. Сейчас я попробую вас научить наказывать вашу собаку за срыв выдержки после даденной вами команды сидеть. Видели, как я жестко наказываю? Бери поводок. Вот. Верно. Значит, я с двумя собаками, ты со мной. Сидеть. Вставай сюда. Рядом. Верно. Поправься.
происходило. Собаку усаживай. Фу. Садила. Даем команду сидеть. Сидеть. И стоим перед собакой, поводки в руках. Погладили. Хорошо сидеть. Хорошо сидит. Больше любви и ласки в глазах. Она верила тебе, что тебе действительно это нравится, что она сидит. Вот, видишь, она хвостом завела. Вот. Свои фудишки рвут. Дальше. Сидеть. Шаг назад. Сидеть. Рок. Отлично. Молодец. Хвалить пока не надо, это я тебя хвалю. А она не молодец. Вот, и он не молодец. Видишь, я его наказываю. Сидеть. Раз, по попке хлопнул. Сидеть. Сидеть. Вот. Шаг назад, руки опускай на живот. Теперь вот так поболтай поводочку. Теперь попробуй вот так. Теперь попробуй вот так натяни. Вот, видишь, натянули, пошли. Раз, раз. Сидеть. Джулия. Нет, не кличка, а сидеть. Кличка неуместна здесь. Когда собака не слушается, кличку мы не называем. Даже в строгой форме. Джулия тоже нет. Mm-hmm. Сидеть. То есть повторяем ту команду, которая была дана до этого. Возвращаем. Сидеть. Ходишь? Сидеть. Рок. Сейчас не надо было рывок сделать, то есть она послушалась по команде, уже нужно было не наказывать. Ну, для профилактики, в принципе. Ничего страшного. Сидеть. Сидеть. Поводок. Спускаешь. Ага, болтаем поводок. Теперь по кругу. Теперь пальцем сидеть. Сидеть. И так чуть-чуть натянул. И наказала. Натянула, видишь, что... А, и наказала. Надо научить собаку, чтобы при... Сидеть. Сидеть. Чтобы при натяжении поводка сидеть. Собака сидела, упиралась, видите как. Угу. Вот. Сидеть. Если собаку тянем, и собака сидит, значит, она усвоила. Если мы потянули поводок, собака пошла, значит, она не усвоила еще. Тяни. Сидеть. Сидеть. Гладь. Сильно не тяни, просто проверяй, пойдет, не пойдет. Ну, так, натяжение поводка. Вот я проверяю его. Видишь, он пошел. Пошел, я его опять напоминаю. Сидеть. Чем заканчивается непослушание? В одну линию давай. Сидеть. Отлично. Отходишь. Ага, бит. Во. Чуть-чуть натянула. Вот, теперь подходим и похвалим. Хорошо сидит. Хорошо. Хорошо сидит. Опять пальцем пригрозила. Сидеть. 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 Бросила поводок демонстративно. О, видишь, собака знает, что она уже без поводка, уже начинает думать, дай-ка я, что будет, сорвусь. А будет. Команда сидеть, отходим дальше. Сидеть. Сидеть. Наказывай. Угу. И в то же вот сидеть. Где вот на... Нет, вот откуда она ушла, ты бери и вот сюда вот, вот, черта, и вот. Будем вот поверно уравнять. Сидеть. 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 Бросай поводок, уходи. Сиди. Быстрее нужно это делать. Если собака не слушается, ни в коем случае не нужно опускать руки. Нет, ты продолжай обучение. Сидеть. Сидеть. Уходи. Садись сюда рядом. Бегом. Хватай, кверху поднимай. И туда быстрее, быстрее, чуть-чуть пожестче. Ага. Сидеть! Сидеть! Опять уходи. Опять. Угу. Вот. Сидеть! Уходи. Бегом, опять. И так вот, пока не... Сидеть. Угу. Сейчас в момент срыва выдерги, крикни громко. Сидеть. Когда она сорвется. Садись на диван. Сидеть. Бегом. Подкрепляй. Тебя она должна понимать. Сидеть. Угу. Ходим. Садись. Подходим. Хвалим. Хорошо. Верно, похвалила этого. Я тут заводил. Хорошо сидеть. Сидеть. Проходим. Сидеть.
подходим. Хорошо, сидим. Сидеть. Видишь, твоя сидеть. Собака уже обгоняет по послушанию вот этого разгильдяя похотливого. То есть он два раза при подходе ложится, а твоя остается в сидячем положении. То есть если бы мы сейчас распределяли чемпионат, бы устроили, давай устроим себе чемпионат. Сидеть! Давай, команда, сидеть! Сидеть! Кто первый сорвался, тот проиграл. Тарчи проиграл. Вот. У тебя второе место, верного первое. Подходим. Наказываем. Сидеть. Сидеть. Еще раз. Сидеть. Ну видишь, у тебя уже серебряная медаль на первом занятии. Понимаешь, она второе место заняла среди трех. Выбилась. Потому что ты правильно ее воспитываешь. Я правильно, но он более темпераментный, понимаешь? И он уже таких тумаков отвешивает, чтобы сбалансировать его вот эту возбужденную нервную систему. Тем более такая красавица сидит. Попробуй сиди. Ты же джигит, охотник. Твоя тоже охотница, но она более скромна, так скажем. Ее легче обучать. Подходим. Хорошо сидит. И отпускаем. Гуляй. Гуляй. Вот. Ну как? Впечатляет? Впечатляет. Ну вот. Если таких занятий провести хотя бы 10, уже собаку вы свою не узнаете. Да и многие вот даже на первое занятие приходят и пропадают уже. Ну, главное понять смысл, в чем ошибка, и начинать в первую очередь над собой работать. А сколько примерно этих индивидуальных занятий понадобится? Вот, ну, прежде чем в группу попасть. А у кого как? Вот, у кого как? Тут кого-то после первого занятия уже допускаю. Вот. Тут зависит от собаки и вот еще от владельца, от опытности владельца. Вот, ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Кого-то, говорю, после первого занятия уже допускаю, кого-то. Вот. И в принципе тут нет такого у меня строгого, что вот вы можете сегодня вечером прийти и попробовать. Будет получаться, слава богу, не будет, но это же ваши деньги. Угу. Понимаете, моя цель, чтобы при минимальном при минимальных вложениях с вашей стороны вы получили максимальный результат. Вот. Поэтому в группе занятия 250 рублей, верный, ну кто тебя никак не ожидал. Бессовестный. Этот-то ладно, балбес. Ну ты-то трехкратный чемпион Алтайского края, так себя ведешь. Весна, что, инстинкты. Вот. Можно в субботу в 9 утра, если у вас... Да. Свободно. Придите, попробуйте. Дома вот до субботы еще вот это позакрепляйте, фу, и сидеть. Угу. Вот. И если будет получаться, да и если не будет, придите в субботу. Угу. Попробуйте, попотейте сами, вот как я сейчас потел. Вот. Фу. Вот. Можно комбинировать группу и индивидуалку. Ничего ну, в этом наверное, страшного. Сегодня в 7 вечера придем. Вот туда, в да? группу, да? Да, в группу. Ну, а замечательно. Селекционная 11, адрес, это ориентир. К дому встать спиной и по аллее пройти 500 метров в парк. С левой стороны будет площадка. За забор из шин у меня там прям. Так, отсюда не поняла, куда идти, в какую сторону? Отсюда идти по северо-западной вверх к Чайке. Угу. Остановка Чайка. Дошли до Гущина, повернули направо во дворы.
дошли до улицы Селекционной, повернули налево, с левой стороны увидели сразу второй дом Селекционной 11, стали к нему спиной, то есть направо повернулись и по аллее, пошли в парк. Справа, слева у вас будут деревья. Угу. Прошли метров 500. Там прям парковка будет. Сначала будет первая площадка, она далеко, там увидите, там тут бумы, там горки всякие для собак. Это первая площадка, не моя. Моя вторая. Проходите, дальше будет пустырь, такая аллея, и потом дальше будет моя площадка. Там тоже бум стоит, горка, легкоатлетический забор. Вот, и она огорожена полностью в круговую. Первая площадка не огорожена, моя в круговую огорожена. Вот, приходите, только верный, фу, бесстыжий, и на место, охальник. Вот. Ну все на сегодня. Сколько за индивидуальное? 500 рублей. 500.